Экспедиция Retail продолжает свою работу, и сегодня мы работаем из города Махачкалы и приехали посмотреть ценностный формат, магазин, который продает товары для дома. Магазин называется «Бербена», и вы знаете, всякий раз радуюсь, когда получается смотреть ценностные форматы. Рядом со мной основатель и генеральный директор сети Шамиль Раджабов. Шамиль, здравствуйте. Добрый день. Шамиль. Я зашла в ваш магазин и сразу порадовалась. Действительно, магазин очень привлекает собой вот таким достойным дизайном. Он, кстати, находится в таком торговом центре, который мне сразу так напомнил метро. Что за торговый центр, в котором мы сейчас находимся? И расскажите уже, что на сегодня представляет из себя торговая сеть «Бербена», как много сейчас физических точек, вообще какое состояние вот здесь именно в текущем моменте? Еще раз добрый день. На самом деле торговый центр находится в центре города, совсем в центре, за это название тоже центральное. А возле нас центральная мечеть, центральная улица, все центральные развязки. Мы находимся под землей с одной стороны и с другой стороны, в принципе, такой нормальный вход, да, если так можно назвать. И обусловлен тем, что центр города, чтобы собственники не хотели загораживать вообще вид к мечети, вообще весь город, и они решили под землей и расстегнуть под землей. То есть ситуация позволяла, и, соответственно, мы тоже зашли сюда. Вместе с нами находятся наши коллеги, локальные игроки. То есть очень интересный там торговый центр. Нет стандартных, привычных для нас фута, фуд-ритейла. Основной там техника и товары для дома. Немножко есть товары для детей и одежды. Физических наших магазинов только один. Остальные магазины мы закрыли. Ситуация того, как ценность, то, что мы продаем нашему покупателю, мы поняли, что ему нужно потребность снять уже полностью по всему дому. То есть, да, есть необходимость и в текстиле, и в посуде, и формат 100-200 квадратов не обуславливает снятие потребности полностью. И мы решили сфокусироваться на магазине, плюс мы фокусируемся сейчас на агрессивно онлайн-продажах. В принципе, наша фишка и была всегда. И заходим в формат, такой интересный формат СТМ, который не просто который СТМ, а именно качественный СТМ. То есть мы туда и двигаемся сейчас. Как давно открыли первый магазин? Вообще как пришли в этот бизнес? Все банально, как у всех. Начинали с Китая, начинали как оптовый канал. Для наших друзей, партнеров «Зеленое яблоко», мы были их поставщиками, то есть для них тоже это был новый опыт. А потом мы начали уже продавать больше опыта. Потом один момент у нас ситуация поменялась и решили зайти в розницу, потому что розница намного интереснее, веселее. И начинали с магазина 60 квадратов, потом попробовали себя 500 квадратов. Ну и вышли потом в магазин 1000 квадратов, уже сегмент средний плюс. Сейчас, соответственно, здесь? Сегмент средний плюс. Нет, а под квадрат? 1000 квадрата торговой площади, да. То есть мы считаем это более оптимальный. Здесь у нас представлено, в принципе, около 20 тысяч SKU. И, в принципе, основные товарные категории, которые для закрытия потребностей быта, уюта, то есть мы их закрываем здесь. Первый магазин в каком году открылся? Первый магазин открывался у нас в 2014 году. Потом у нас пошел небольшой ребрендинг, уже увеличили квадратуру раза в 3-4 в 2018 году. И уже в 2021 году мы зашли сюда, в 2022 уже
в 21-м зашли, в пик пандемии, как раз оказались мы здесь. То есть, как бы, такой удачный, не знаю, удачный, неудачный старт у нас был, как бы там еле открывались, там проблемы с поставками, там, ну, как бы открылись, ну, в таком же формате дальше двигаемся. Да, конечно, когда такой вот яркий формат приходится на открытие одной из самых, ну, действительно, в какой-то момент будет, наверное, писаться большая серия книг, как мы пережили вот эти годы, да, потому что тут надо было свою предпринимательскую хватку проявлять во всех своих проявлениях. Вы назвали, что, так еще раз, количество SKU? Активных 20 тысяч, это как бы номенклатура, конечно, больше, но активных в пределе 20 тысяч. То есть это мы считаем плюс-минус более чем достаточным. То есть как бы ассортимент постоянно ротируется. Ну, в отличие от продуктового, здесь законодательный мод диаметрально может поменяться цветовая гамма от белого до серого, там, до желтого там, в течение, допустим, года-двух. То есть как бы здесь постоянных SKU 20 тысяч. Какие категории для вас являются фокусными? У меня почему-то было представление, когда я сюда ехала, что все-таки помимо товаров для дома я еще встречу, ну, довольно много косметики, но в итоге у вас вот этот ассортимент не очень глубокий. Все-таки, а на каких категориях вы фокусируетесь и где вы явные эксперты? Ну, мы на самом деле начинали с декора. Потому что в тот момент, когда заходили в опт, ниша декора была наименее, скажем так, конкурентной. То есть не было практически конкурентов. И мы эксперты в декоре. То есть мы, как бы, наш слоган — товары для дома, уюта. То есть мы создаем уют. У нас очень прям хорошая компетенция о цветах, ну, искусственных цветах, да, наши девочки. Мы, наверное, единственные в городе, которые собирают такие букеты. То есть, ну, они не просто собирают, а там композиция, которая там чем-то обусловлена, цветовая гамма соблюдена, ну, по всем канонам и стандартам. А потом мы можем, наши девочки, эксперты в подборе там аксессуаров к какому-то интерьеру, то есть мы такие интересные штучки, которые, в принципе, деталям в течение короткого времени можно, в принципе, поменять имидж и дизайн комнаты. То есть это наши основные эксперты. Потом мы очень любим текстиль. Именно качественный текстиль мы называем себя экспертами, потому что, ну, рынок выставляет просто текстиль ценой, а мы говорим, ребята, качеством. То есть мы тоже здесь. По посуде у нас что? У нас, в принципе, можно найти необычную посуду, нестандартную посуду. Как бы она не всегда обусловлена там быту повседневном, но она, как бы, для элемента праздника, для каких-то мероприятий, она очень так. Ну, в этом, а так, как бы, в принципе, базовый тоже у нас коллекция есть. Ну, люди приходят именно таким необычным какие-то посудой, которая им нужна там ситуации там. Ну, и, соответственно, как и все, мы держим, чтобы закрыть потребность постоянно, то есть расходная часть какая-то у нас идет, там сковородки, кастрюли, то есть кухонная утварь у нас там, в принципе, постоянно широкая на ассортименте. Как изменился в данном случае ассортимент? Ну, все-таки два года последних они сильно поменяли и поставщиков, и те бренды, которые могут здесь присутствовать. Ну, вот условно, вот эти 20 тысяч SKU, да, условно, как они трансформировались в вашем магазине там за эти последние два года? Ну, вот переход со среднего там минуса, скажем так, среднего у нас такой чуть тяжелый был для нас, потому что наш потребитель, он все-таки был заточен на этот товар, и нам пришлось, по сути, воспитать нового потребителя. Пришлось поменять некоторых поставщиков, некоторых отказались, даже это были наши друзья, которым долгие отношения. Ну, мы поняли, что все равно человеку нужно качество, потребителю нужно качество. Там, они приходят за качеством, то есть цена, она, как бы, не самая такая необходимая в выборе покупателя. А поменяли партнера, взяли такие товары, которых вообще в Махачкале не было в тот момент. Тут же немецкие бренды, которые там, допустим, гордятся своим качеством. Есть португальские бренды, которых практически в России очень мало. Есть испанские бренды, которых там практически даже по России очень мало вижу. Но они обусловлены всем высоким качеством. То есть, и плюс мы сторонники адекватной цены. Что значит, называем адекватной ценой? То есть разумная наценка, чтобы было покупателю даже среднего достатка возможность купить его. То есть не бутикового варианта, так, условно говоря, супермаркет хорошего там товара. Бутик там, супермаркет, да, как-то вот так назвать.
Знаете, в этом плане всегда хочется сказать, что цена не равно ценность, да, то есть все-таки ценность надо создать. А еще немножко вокруг SKU поговорим. Интернет-витрина и магазин. Вот насколько там реально есть разница между интернет-витриной и это, именно по количеству SKU? Или вот только то, что здесь в магазине, оно же и в интернете? Ну, с интернетом немножко у нас критично вышло. Мы не смогли свой интернет-магазин развить. Сейчас попытка номер три, наверное, уже скорее. Мы пытаемся его немножко в другом сейчас подаче сделать, потому что в этом мы стартанули позже наших коллег. И все-таки нам тяжелее войти в эту нишу. У нас основная продажа, как бы это не суразно смотрелось, продажа идет через WhatsApp и через Instagram. Наверное, мы одни из первых там делали онлайн-продажу через звонок в WhatsApp. То есть человек смотрит, показывает, ну, поворачивает. То есть в таком формате сейчас я вижу. Когда это у вас уже появилось? Мы вот так-то начали торговать с 2015-2016 года. Знаете, в этом плане я хочу сказать так. Знаете, мы как retail.ru регулярно получаем новости от крупных игроков о том, что какая-то крутая технология появилась и раскатилась полностью по сети. Ну вот мы сейчас слышим 2015-2016 год. А по... Я вот точно знаю, что как раз в 2022 году очень многие начали эту историю тестировать и действительно предлагать, потому что ну, пандемия заставила, да? То есть 2015-2016 год. Да, у нас вот этот момент не было таких маркетплейсов, таких, которых активно работали по регионам. Когда мы запускались, а маркетплейсов, то есть, по сути, там в регионах не было, они только начинали, и как бы основные продажи у нас шли как раз в WhatsApp, Instagram, то есть каким-то образом. И в тот момент интернет-магазины как бы не было логистики, такой, скажем, правильной логистики с Махачкалы, допустим, по России. То есть все логистические компании были заточены с Москвы. И как бы у нас интернет-магазин немножко запоздал. Это мы компенсировали Почтой России. Не знаю, реклама будет, не будет. И Инстаграм и WhatsApp. То есть, как бы у нас это были какие-то костыли, ну, они работали. То есть наши покупатели были женщины среднего достатка, которые, в принципе, могли из дома заказать. Но сейчас мы понимаем, что поезд уходит, и как бы тоже мы есть и во всех маркетплейсах, так как бы есть интернет-магазин, который сейчас реанимируем. Ну, мы понимаем, что это жизнь, это будущее, то есть как бы мы должны там быть. То есть мы там как раз тоже мы есть, наверное, так и будем там дальше. По поводу «мы есть», давайте еще раз тогда про онлайн-канал. То есть на текущий момент для вас онлайн-каналом является продажа WhatsApp, WhatsApp и Instagram? Да. На самом деле мы продаем во всех онлайн-каналах, начиная со всех соцсетей, ВКонтакте, Одноклассники. То есть мы заточены продавать все. Озон, Валбилис, Авито. Торгуем. Но мы торгуем с силу того, что наши партнеры нам не разрешают, не разрешают всеми торговать. Мы торгуем с темом, как бы у нас есть собственная линейка, мы торгуем с ними. И то, что разрешают наши партнеры. Таким образом развивается еще и бренд, узнаваемость бренда. Да, абсолютно, да. Нам интересен федеральный рынок, нам интересен мировой рынок, то есть мы развиваемся. То есть у нас компетенции, в чем мы знаем, какой товар, какого качества, его цену, мы эту компетенцию продаем нашим покупателям. Ребята, вы за этот товар, вы не переплачиваете, можете быть спокойны. Эта посуда стоит столько денег. То есть это его будет экспертная оценка. То есть наша цена будет экспертная оценка. Текстиль будет стоить именно 5 тысяч, но не 20, но не 3. Это будет экспертная оценка, то есть покупатель понимает это. А все-таки, если мы говорим про выбор направления, в котором вы начали прилагать свои усилия, вот вы выбрали нон-фуд категорию, вот, ну, вот именно товары для дома. Насколько вам, такому, ну, все-таки, как бы сдержанному человеку, интересно таким ассортиментом? Почему именно в него пришли? Мне кажется, вот тогда, в 2014 году, не менее там интересно уже было заниматься там продуктами. А почему все-таки товары для дома? Я вообще начинал в FMG, работал, постоянно был разбором менеджером по продажам одной крупной компании, золотоответственности, допустим, в России. И как бы, я в продукте работал, а этот рынок был для меня новым, что-то новое хотелось попробовать. И ну, мне понравилось, потому что здесь у них были свои какие-то плюсы, которые потом превратились в минусы, соответственно.
Во-вторых, я понял, что все эти эмоции продавать, но немножко тяжелее, и покупатель, он более такой привязан к бренду. То есть продуктовый бизнес, он такой, он как бы покупатель может там подчеркивать другие, а здесь он привязан к бренду, к магазину, он там как бы, он понимает, да, одежду, он, у него свой бренд, он фактически свой бренд любит человек, там чашку там какую-то бренда любит или какой-то материал, то есть здесь это как бы. Во-вторых, наверное, супруги рядом нету, она основной инициатор всех этих закупок, категорий, в которых мы выходим, она занимается основными закупками, и как бы вот ее экспертная оценка для меня была важна, она занимается, до сих пор занимается этим, я как бы общим стратегией занимаюсь, ну как бы вот там тоже компетенция мы развили. Почему название магазина Бербена? Откуда это название? Как оно? Ну как все стартапы там искали название, в тот момент питерская молодая команда, к сожалению, ребят я их не вижу уже на горизонте, не продавали готовые нейминги. Продавали все сайтом, со всеми делами, с пакетом, документами. Ну, в тот момент мы его купили за 7 тысяч рублей. Ну, ребята были очень талантливые, я не знаю, куда они пропали, мы их несколько брендов на самом деле купили. Бербен — это производное от английского Burberry, ягода, то есть Бербена, ну, то есть Ежевика на самом деле. Сейчас она трансформировалась немножко другой логотип. И то есть она такая вкусная, яркая, необычная, ну, нам понравилась. То есть она ничему не привязывает, и как бы мы вот начали с ним работать. Вы знаете, здесь я не могу не сделать некоторый офф-топ. Вот, знаете, ощущение от того, что здесь озаботились дизайном на старте, оно складывается вот прям сразу. Вот я попала, я впервые, когда мы с вами познакомились, это было несколько лет назад, причем, по-моему, на Prodexpo, да, нет, даже раньше мы встретились, по-моему, в Сочи на какой-то из конференций, и когда мне подсказали, что нужно посмотреть ваш магазин, точнее, даже ваш канал, который в тот момент активно уже функционировал, я была, ну, как бы так, немножко удивлена. Потому что для региональной компании я немножко не ожидала. Я очень часто сталкиваюсь с ситуацией, когда почему-то вот к этому визуальному оформлению, к вот этому ощущению от бренда, ну, скажем так, молодые предприниматели к этому относятся, ну, как бы так. Ну, потом мы красотой займемся, да? А здесь, причем вот вы назвали, что 7 тысяч рублей вы заплатили за то, чтобы в итоге вам было комфортно развивать этот бренд. Ничего серьезно не меняли, да? Нет, ну в тот момент это были как бы для начинающего бизнеса там как бы деньги не маленькие, мы просто не понимали, что идти, как взяли бренд, мы уже там как бы включили дизайнеров, там, конечно, поработали, мы взяли по сути нейминг, поработали над ним, ну денег, конечно, ушло намного больше, там последние уже, которые тюнинги были, они уже намного там цифры уже там. Естественно, да. Естественно, да, ну просто. Мы понимали, что как-то у нас запоминающее, что-то интересное, да. Тогда были большие деньги, мы поняли, что пошли на правильный путь. Да, ну вот нейминг – дело важное, и действительно, особенно даже сейчас, вот, когда наблюдаем некоторые бизнесы, которые создавались там в нулевых годах, иногда спрашивая как раз про нейминг, каких только нет вариаций, и иногда очень сильно удивляешься, откуда именно такое название, но оно оказалось таким долгим, работают уже. И это я к тому, что если вы создаете бизнес, то надо что? Думать о том, как вы и с чем вы будете дальше звучать, потому что без этого никуда. На самом начале пути, на самом деле, у нас не было маркетолога, и как бы маркетингом занимались сами на коленках, и, ну, как обычно, неправильно. И все думали, ну, потом до нас доходит информация, все думали, что какой-то иностранный бренд зашел в Махачкалу. И как бы там очень такая долгая история жила, короче, что мы франшизный магазин, что мы там зашли в Махачкалу, и мы когда уже потом поняли, что это не совсем правильно спозиционирует, и мы как бы уже более плотно начали работать над маркетингом, и над неймингом, над брендом, и как бы уже более так поднесли, как это локальный бренд, что понимали, что наш бренд уже как бы полегче стал уже. Вот, в принципе, вы уже теперь вот продолжая именно про позиционирование, да, ключевой фундамент позиционирования – это все-таки тот покупатель, на которого вы ориентируетесь. Вы уже обозначили средний-средний плюс. Какие еще характеристики покупателя вы могли бы назвать, которые являются для вас как бы определяющими в создании концепта, каких-то услуг, которые вы дополняете в магазин? Обозначьте их, пожалуйста.
Ну, на самом деле у нас там все намного шире. Ну, у нас в одно время был провокационный дескриптор, когда у тебя есть вкус. Ну, как бы мы его используем. Mm-hmm. То есть мы говорим, что наш покупатель, у которого есть вкус. А на самом деле для человека, которого там, скажем так, не такой вкус, как у нас, ему чуть тяжелее выбрать посуду у нас, там какую-то нашу коллекцию, потому что мы затачиваемся под вкус, который как у нас, да, так сказать, как афоризм чуть грубо, но продукт, который мы нравится нам, и мы считаем, что он классный, мы его начинаем заводить в магазин. То есть, если продукт изначально нам не очень нравится, ну, как бы у нас обусловлен нашим вкусом, ну, для кого-то он нравится, то есть, как бы здесь мы не претендуем на экспертность, но мы заводим то, что нам нравится. И зачастую вот, то, что нравится, нравится нам, обычно 80% покупатель тоже поднимает. Мы понимаем, что завести все не можем в магазине, нам приходится из каких-то коллекций даже поставщиков брать какую-то там несколько моделей. И вот уже начинаем здесь. Ну, в таком ассортименте это на самом деле ключевая история, потому что, в принципе, ты тянешься к себе подобным, да? И, условно, если я увижу то, что совершенно не соответствует моему представлению о красоте, но мы же при отличном понимаем, что мы туда постараемся и не ходить. Поэтому я могу вам сказать, что, конечно, тут такая очень, вот ты приходишь, а это опять у меня хэштег «Путь покупателя» включается. Я уже здесь столько всего присмотрела, а каждый раз мои поездки не превращаются во что? Думание о том, как же это в итоге увезти в Москву. Вроде как бы да, люди обычно из Москвы там что-то везут. В моем случае очень часто именно в региональных магазинах я нахожу какие-то удивительные вещи, знакомые с новыми брендами. Это к вопросу опять о том, что в суете и в количестве имеющихся товаров на полках больших магазинов иногда очень важно, чтобы за тебя уже сделали тот необходимый отбор. Ну, на самом деле сам покупатель, как бы, он хочет тоже получить подсказку, одобрение со стороны. То есть это же тоже как бы важно мнение, там, мнение экспертов, мнение подруги, мнение там, людей, которые вокруг. Иной раз они увидят покупателя, им тоже нужна подсказка, потому что вот, ну, условно говоря, убирая коллекцию, там, мы видим, спрашивают девочек-продавцов, там, со стороны спрашивают покупателей, то есть, как она вам, как она подходит. То есть здесь мы и помогаем нашим покупателям сказать, вот, что к чему подходим. Обычно девочки ставят коллекции, похожие друг с другом, чтобы было легче выбрать. Там, допустим, ну, это, в принципе, сейчас все сети делают, там, mm-hmm. текстиль добавляют там, с одеялом, с подушкой, там, mm-hmm. запахом, допустим, там, тарелки можно добавить, запах можно mm-hmm. добавить. В принципе, то же самое делаем мы и подсказываем, помогаем, mm-hmm. рекомендуем. То есть здесь, в отличие от онлайн-продаж, здесь все-таки торгуется уже немножко на другом уровне. То есть уже человек, скажем так, берет уже эмоциями. Там. Тут нет такой грубой заточенной потребности, там нужна подушка, нужна там за 100 рублей. Тут человек уже берет эмоции. Мы понимаем, что эту эмоцию он занесет дом, и приятное настроение жены, да, хозяйки дома, и приятное настроение для всей семьи, то есть как бы здесь. И, вот, наверное, скорее всего, наша фишка в этом, продают правильные эмоции, правильное качество товара. То есть задача персонала не идет там, лишь бы на голову одеть, да, как бы продать. Задача, чтобы человек делал правильный выбор. То есть то, что обусловлено его потребностью. Нужна там ребенку та же подушка, которую можно постирать, будет рекомендация именно подушка, которую надо стирать. Будет рекомендация там для взрослого человека ортопедической, именно будет рекомендация в ортопедической там. У нас даже будет смешно звучать, есть ортопедическая подушка для женщин и для мужчин. Ну, как бы логично, да, да. То есть продавать, лишь бы продать там женскую подушку мужчинам, не совсем корректно будет. Про конкуренцию не могу не поговорить. Все-таки вы малый бизнес, ну, в принципе, по тому количеству обладаете, при этом это гибкость, умение там быть, ну, скажем так, следить за какими трендами. С кем приходится конкурировать? На кого вы явно воспринимаете как конкурентов, а с кем вы идете в коллаборациях, в сотрудничестве? Расскажите, пожалуйста, вот про такой аспект. Ну, локально как бы у нас рынок, он давно поделен, в принципе, был. В основном поделен мы по ценовым сегментам, там прямо жесткое соприкосновение у нас нету, ну, такие бывают небольшие там,
перекрестные по некоторым видам номенклатуры. И, в принципе, для нас конкуренты все партнеры. То есть мы их не воспринимаем как конкуренты. Мы не с такой активной промо-активности против конкурентов. Мы занимаемся своей нишей. И, в принципе, у нас и коллеги, там, конкуренты немножко адекватные. Они тоже в своей нише все сидят. То есть какой нет. Ну, единственные наши конкуренты, которые там прям... Сейчас, наверное, конкуренты всем — это крупные федеральные игроки, которые заходят. В том числе онлайн, да. Ну, единственное, от них мы отстраиваемся только ассортиментом, вот именно закрытием потребностей там локальными, которыми, особенности, которые еще не знают наши коллеги. Ну, они берут там ассортиментом, но в любом случае у нас есть локальная особенность, которая там есть продукт, который берут по событию. То есть мы там спецы, в отличие от наших федеральных друзей. Друзей, да, можно их назвать. Здесь в этом мы сильны. То есть у нас получается один и тот же человек может в разных событиях купить у нас, условно там свадьба, потом условно там ему какое-то другое мероприятие купить у нашего коллеги, там конкурента. И то есть это нормально, то есть для них это нормально. То есть у нас продукт средний плюс, у них средний минус, ну у кого-то вообще лакшери. Я вот эти несколько дней катаюсь по Махачкале, ну, вот явно какой-то наружной рекламы я не встретила. Делаете ли вы наружную рекламу? По поводу наружной рекламы, да, мы как бы есть наружная реклама, у нас постоянные шиты есть, которые в городе стоят, там 3-5 шитов постоянных, и в зависимости от промо-активности мы добавляем еще 10-15. Ну, это считаем для Махачкалы достаточно. И основная коммуникация у нас таки происходит через интернет, и здесь мы больше продвигаемся. И еще на канал то, что мы с нашей коллаборацией, с нашими какими-то партнерами с других сфер продаж, да, так называем, так, там, бьюти-индустрия, там, какая-то бытовая техника, там, сфера обслуживания, то есть мы как бы обмениваемся с ними там, и купонами, и покупателями, и какими-то промо-активностями. То есть... Касаемо промоактивности, вообще как бы немножко зонально, как бы в таком сезонности. Если бы я сейчас брала интервью с вами в Центральной России, то, скорее всего, мы бы сидели среди елок, мишуры и это. Здесь этого нет. Какие у вас сезонные проекты делаются в магазине? И, соответственно, как в этом плане отличается работа здесь, вот именно на этом локальном рынке, от всего остального рынка России? Ну, на самом деле, товары для дома, это у нас два праздника, которых прям пики продаж бывают. Это вот Новый год, обусловлено тем, что у нас там 10-12 дней каникулы, и многие домохозяйки начинают там у себя дома перестраивать. Там, ну, вот у нас обычная история, там что-то они меняют у себя дома, либо посуду, либо скатерть, либо ковер. Ну, как бы там бывает пик продаж, и у нас локальный праздник, Курбан-байрам. Когда там приглашают в гости Рамадан Байрам, простите, Курбан Байрам тоже и Рамадан Байрам тоже. А когда приглашают в гости, то есть тоже пик продаж бывает. Ну, к ним мы готовимся заранее, то есть мы примерно предполагаем, что знаем, что берут, накапливаем остатки и какие-то предложения, которые будут интересны нашим покупателям, мы обычно уже за месяц выставляем. Словно 8 марта, День влюбленных, как это, как есть, да, у нас мы тоже как бы живем с миром, то есть у нас, да, у нас там как бы тоже есть, но в отличие от Центральной России, такого прям всплеска не бывает. Ну, есть как бы есть, но и мы прям на него не акцентируемся. Как бы ассортимент для этого праздника можно найти, но такого прям акцентных предложений практически не бывает. Хочу вернуться немножко еще к маркетплейсам. То есть поняла, что не все вопросы задала касаемо них. Все-таки вот развитие маркетплейсов, развитие, их много стало. Я вот прям вижу одна за другой точкой открыто. Вот вы работаете, вот, ну, я так понимаю, что уже для вас некая стратегия присутствует везде, и таким образом, ну, скажем так, зарабатывает вместе. Вот, что особенно в части стратегии вам пришлось там реализовать, вот, чтобы все-таки с маркетплейсами, как это, если мы не можем победить, то нужно уметь сотрудничать, да, вот в этих вещах. Что явного для вас вот как вызов пришлось принять, и что явно вам пришлось поменять? Ну, на самом деле, маркетплейс не зло. Мы понимаем, это новый канал продажи. То есть,
как мы снимаем помещение, арендуем физическое, тоже мы понимаем, что мы арендуем у того же маркетплейса такое виртуальное пространство. То есть мозг у нас перестроился сразу, мы также арендуем у него нишу там, со всеми делами, со всеми маркетингами. Ну, как бы так, такой же подход, только там не физический, а там вот метавселенной, да. Есть еще несколько каналов в соцсетях, в которых мы снимаем контент. То есть здесь нам немножко повезло, что у нас персонал, девочки, отдела маркетинга, они уже снимали материал. Ну, небольшую работу пришлось переделать под маркетплейсе, и плюс тексты, в принципе, у нас более продающиеся, у нас под постами идут, небольшие переделки, и мы зашли. То есть как бы для нас это оказалось более привычно там торговать. Но нас партнеры некоторые закрыли, мы не можем продавать весь продукт, приходится уже локально своим стеймом торговать. То есть как бы мы хотим больше, у нас есть ресурс больше, но нам не все разрешают больше торговать. Я поняла, да. Ну, потому что есть все-таки стратегия, да. То есть ваша тактика и стратегия, она такая, но, соответственно, у партнеров она несколько иная. Это, кстати, да, это вот мы, когда с брендами разговариваем, для них это является вызовом и тоже некоторые задачи, которые им приходится, вот, чтобы уравнять вот эту историю, как-то решать. Ну, на самом деле, я сейчас ремарку сделаю, на самом деле они нам помогают, потому что мы понимаем, что надо развивать свой бренд, свой СТМ. То есть мы вместе с нашими партнерами, то есть мы начинаем вещи, которые потребность не закрыта нашими партнерами, мы начинаем закрывать. Живой пример: у нас текстиль полотенца, не было полотенца большой плотности. То есть вообще, короче, нету, фабрика не выпускает. Мы заказали СТМ большой плотности, мы вам покажем его. Пусть на ура начал продаваться. То есть есть потребитель на большую плотность текстиля. Mm-hmm. То же самое там в текстиле, в постельном белье, в посуде mm-hmm. происходит. Mm-hmm. Да, да, да. То есть мы туда зашли через свой СТМ. То есть люди не хотят там производить, там, а мы зашли под своим брендом. То есть как бы здесь у нас все очень синергия с нашими партнерами. То есть как бы мы только рады. Скажем так, те ограничения, которые вам предъявляют партнеры, вы их превращаете в новые возможности? Да, абсолютно, потому что мы понимаем, это некие ограничения не только для нас и для остальных игроков рынка. Мы как бы уже выходим за эти рамки, начинаем думать уже по-другому. Слушайте, ну, для меня это всегда радость такие вещи слышать, потому что действительно тем и является гибкий ум предпринимателя, да, находить в ограничениях возможности. Давайте немножко про покупателя. Все-таки удержание покупателя в формате ценностном – это очень важная задача. Давайте немножко там про лояльность, про такие вещи, которые позволяют не забывать покупателям про вас. Что именно делаете, сколько сейчас, насколько широкая у вас сейчас база покупателей? Ну, поделитесь цифрами, если это возможно. Держателей карт около 100 тысяч. Это мы наработали за 8 лет работы. То есть это для города 500 тысяч населения, там, мы считаем, довольно-таки хорошая там цифра. У нас базовая программа лояльности – это кэшбэк, бонусы, рассылки. То есть ничего такого нестандартного мы пока здесь не делали. Ну, у нас есть проект, как раз сейчас чуть позже презентуем, наверное, вам его. В чем лояльность наших покупателей? Ну, мы все понимаем, любой человек, который взял у нас товар, ему понравился, он уже автоматически становится адвокатом нашего бренда. То есть мы вот на это делаем упор. То есть как бы человек, который взял у нас товар, получил консультацию, там уже потом второй уже взял сам, он уже неким образом становится экспертом, может подсказать даже уже подруге. Да, ну как бы он уже переходит в разряд адвоката. Мы этому рады. У нас периодически бывают опросы, что в онлайн, что в офлайн. Мы спрашиваем необходимость о каком-то новом потребности для них, каком-то товаре, какой-то коллекции. Иногда они нам подсказывают, иногда пишут, иногда гневно, иногда дружески. То есть у нас обратная связь идет по всем соцсетям и плюс в магазины. То есть у нас менталитет людей такой, что они могут прям по-дружески подойти и сказать. Могут знакомые позвонить, сказать, у тебя этого не было.
может, 12 часов ночи, когда знаком познал, а у тебя такая-то есть в магазине, это нормально, ему для Махачкалы, мы уже привыкли, то есть, как бы, и могут цену спросить, это вообще интересно, бывает, там, 12 часов ночи, там, сколько у тебя это стоит, то есть, региональная торговля, она такая, со своей теплотой, со своими издержками, плюсами, минусами. А как привлекаете новых покупателей? Ну, стандартно, мы здесь такого прям ничего не придумали. Нет, у нас мы делаем некие ивенты, какие-то коллаборации с нашими, значит, партнерами. И как бы все равно, в принципе, там основная масса у нас уже знает, просто нужно напоминать, потому что магазин уже довольно-таки долго. И очень мало бывает новых покупателей, основные все старые, которые возвращаются. А так стандартные каналы, интернет, соцсети, листовки, баннера, коллаборации. То есть там стандартно, ничего такого прям нового мы не придумали. Ну, тяжело придумать, когда федералы тоже этим пользуются там. Ну, смотрите, сейчас Шамиль упомянул ивенты. Вот мы сейчас находимся в пространстве, где непосредственно делаем съемку. И это та точка притяжения, которая у меня встретила сразу, как только мы вошли. И вот такая тут ежевика собрана из пуфов. И вы знаете, как здорово, когда есть такие хорошие пространства. Фактически вы имеете возможность пригласить любого блогера, да, или там предложить любому игроку, которому нужно какое-то пространство, что-то представить. Периодически проводим. Мы еще раз приглашаем желающих. У нас абсолютно бесплатная площадка, мы предоставляем все для презентации, для ивента. То есть мы вообще работаем со всеми молодыми, там, какими-то блогерами, дизайнерами, там, ну, что-то кто-то продает. То есть мы готовим бесплатную площадку. Единственное... Самую яркую какую-нибудь активность можете назвать? Ну, там, может быть, поделитесь потом контентом. Вот что там запомнилось, наверное, масштабом количества людей или там какими-то нестандартными предложениями? Ну... Давай, ну, раз в месяц у нас какая-то бывает история, там, то разрисовка. Только на футболке, то какой-то там лепка на этих. Вот сейчас вот выходной будет у нас браслеты, там девочка собирает. То есть мы как бы здесь показываем, объясняет, она здесь вручную показывает. То есть дети приходят, там взрослые приходят. Потом раскраски. Тут у нас очень много таких встреч разноплановых. Девочка отделом занимается, просто сейчас детали они могут вам промо объяснить. У нас есть записи, покажут. Ну, у нас такая... теплая дружеская обстановка, в основном каникулы мы стараемся. И плюс там у нас какие-то праздники бывают для детей, плюс мы какие-то мероприятия, которые именно к праздникам, там, условно говоря, там Курбан-байрам, Рамадан-байрам, ну, тоже какие-то у нас бывают здесь и посиделки, и эвенты, и мероприятия. То есть как бы мы стараемся, чтобы люди в выходные могли прийти к нам, полезно, приятно получить. Я здесь тоже не могу не сделать вот такой момент. Если вы развиваете ценное предложение в формате магазина, то есть если вы, в принципе, развиваете такое, что нужно притягивать новую аудиторию, делиться экспертностью, если у вас есть техническая база для того, чтобы это просто сделать, то вашему маркетингу будет сильно легче, да, и договариваться. И на самом деле в долгой истории получается, что вы затраты, которые инвестировали в том, чтобы сделать такую хорошую стену, аж для того, чтобы подготовить мебель. Это, ну, все равно, наверное, больно было это считать, когда это все посчитали в деньгах. Вы так наверняка там сильно подумали, надо ли, не надо. Ну, на самом деле, мы как бы не все делается для продажи, все это делается все-таки для души и для, скажем так, и для людей, которых это будет полезно. А здесь мы как бы пошли по шагу, что людям было полезно, не все же там карман, что-то надо поделиться. Мы делимся последствиями своими знаниями, какие-то люди, которые делятся своими мыслями. То есть это как бы такая история, которая будет иметь продолжение. То есть не все мы пытаемся монетизировать, есть что-то, то, что делаем для общества. То есть мы призываем всех там, как бы, не забывать про общество, потому что мы тоже это часть общества, и наши дети там в этом обществе воспитываются. То есть воспитай себя, воспитай вокруг себя, они воспитают твое потомство. Как это философски звучит, замечательно, но самое главное, что для вас это является жизненным кредо. Да, это как бы это постулаты там, наверное, для всех, наверное, такие же, потому что мы же живем не одним днем, то есть как бы мы думаем о будущем.
такого немножко философского момента все-таки обратно вернусь к историям. Все равно, ну, как бы один из каналов, с помощью которого дотягивается часть аудитории, это промо-акции, промо, там, ну, там, скидки, промо-акции, еще что. Какую политику вы ведете в отношении таких вот более-менее привычных трафикообразующих мероприятий, видим промо? На самом деле, давать промо товар-продукт, который, ну, не особо на востребован, мы понимаем, ветер на деньги, а так мы, схема как у всех, товар, который наиболее востребован, дается промо. То есть здесь мы берем продукт, который там, по сути, является расходником для дома, тот же стакан, да, будем утрировать, тот же чайник, выходим на наших партнеров, и мы даем цену, там, которая, наверное, иной раз бывает минус 50, минус 70%. То есть как бы, магазин в этом случае там небольшой заработок, бренд небольшой заработок. Но мы таким образом заходим покупателю домой, он получает позитив, получает продукт по хорошей цене. То есть да, мы дотягиваемся, что-то промо, все понимаем, промо – дополнительный трафик, дополнительная лояльность. Ну, как бы, все банально, все просто, ну, мы тоже занимаемся этим. То есть для нас тоже промо является одним из генераторов трафика. Ну, соответственно, и выручки тоже, да, в магазине. Онлайн-покупатели. Вот если посмотреть их в составе всех людей, которые посещают ваш магазин, ну, вообще-то у вас есть аудитория, есть и покупатели, которые физический магазин постоянно посещают, и есть онлайн. Вот как вы могли бы поделить их, как-то выделить? Есть вот прямо те, которые вообще к вам не приходят? Допустим, в принципе, приходят все, потому что онлайн-магазин, это как бы, скажем так, снять потребность, они могут там в магазине возле дома, да, условно говоря, там. А когда они что-то необычное видят, да, они хотят его еще пошупать, да, ну, по всему то, что там, условно, купили, потом хотят прийти еще там что-то для него подобрать, докупить, да, обычная история. А есть люди, которые не приходят, но их мало, да, она обусловлена, во-первых, физически человек не может выйти, да, всего какие-то там жизненные ситуации какой-то там, и живет человек далеко, условно говоря, другой регион, здесь у нас заказы в другую страну, ну а так остальные люди, в принципе, приходят. То есть наш постоянный покупатель может быть онлайн-заказ сделать, это нормальное явление, потому что он что-то забыл докупить или там что-то ему сразу понравилось, отправьте, пожалуйста, мне, ну, по старому адресу, ну, как бы вот так. А доставка, она вашими курьерами делается или сторонними? Мы ушли от собственной доставки, во-первых, это долго, а во-вторых, это криво, да, потому что мы есть общенациональные там агрегаторы доставок, мы работаем через них, это, во-первых, очень быстро, ну, так, основное очень быстро, то есть мы как бы здесь считаем, что человек заказывал, он хочет получить сразу, мы заточены на скорость. Сейчас такие уже немножко традиционные будут вопросы касаемо, вот мы уже немножко затронули тему персонала в разрезе курьеров, да, вы сказали, что вы неоднократно уже упоминали девочек, которые у вас там делают то-то. Да, расскажите, пожалуйста, сколько вообще работает человек сейчас в компании, да, и в частности в этом магазине, какой функционал и как вы воспитываете, ну, как бы персонал, который действительно там готов работать с ценностным форматом и готов, например, снимать необходимое количество роликов, показывать людям все-таки по видео там, конкретную там, товар. Ну, на самом деле нам очень повезло, у нас весь костяк сохранился уже десятки лет. Есть люди, которые уже с самого начала, то есть у нас по 3, по 4, по 5 дети у нас персонал сохранился, поэтому мы их называем девочки, потому что они очень близки нам, мы уже как друзья, там, уже мы, в принципе, уже друг о друге все знаем. И очень мало людей вливается, скажите, потому что необходимости нет, у меня у вас утечка практически небольшая. Там, да, ну, только вот физически там декрет, переезд, да, так, чтобы другого как бы очень редко происходит, и за это как бы мы их называем девочки, то есть как бы такая вольность у нас присутствует там в общении. Найма мало, персонал небольшой, потому что магазин небольшой, в принципе, там одновременно там 7-8 человек, в принципе, закрывает потребность всего магазина. Отдел маркетинга тоже давно сформирован, то есть, в принципе, этот голос уже там лет 5-6 там все слышат. Такого прям отчаяния у нас практически нету, то есть необходимость с ним вообще отпала. То есть дело производства занимается бухгалтерия, набором персонала занимается супруга.
То есть она занимается закупками и она занимается управлением. То есть, как бы, если нужна персонал раз в полгода, то есть, ну, то есть в таком ключе. Безусловно, ключевая стратегия касаемо персонала – это делать так, чтобы людям не хотелось уходить. Да, удержать старого работника, старого персонала, то есть как мы стараемся удержать старого, потому что он наш, он обученный и лояльный он к нам. То есть мы максимально стараемся удержать его. А как вы бы сказали, вот если мы говорим культура компании, в данном случае для вас это семейственность. Вот, ну, вот, возможно, вы об этом думали, как-то все равно. Вы же все равно в единой культурной среде находитесь и к себе, и опять же, к себе притягиваете себе подобных, да, то есть, ну, вот в каком-то плане. Вот как бы вы здесь обозначили, чем же вы удерживаете людей? Ну, у нас как бы там повезло, там, или не знаю, не повезло, у нас весь коллектив практически женский, у нас только один охранник и зав склад мужчина, остальные там женские коллективы, и как бы они для них между собой они быстро как бы начали общий язык, чаепитие вообще, там какие-то сборы свои, какие-то там посиделки. То есть в этом плане они там друг друга учат, друг другу там поддерживают, там, ну как по-дружески отношения. То есть здесь как бы они теплее отношения, нежели чем мужчин. Там могут друг другу в гости пойти, там поддержать, с ночевкой, со всеми делами. То есть вот там как бы мы помогаем. Тем более, когда люди работают больше несколько лет вместе, мы уже понимаем, что они уже больше общаются, зная нас с коллегами, нежели там с подругами. И как бы они все равно отношения у них налаживаются, на другой уровень переходят. Когда вам последний раз приходилось думать о наборе кадров, и возникла ли у вас сложность, ну, вот этого там одного-двух человек добрать в штат? Ну, на самом деле проблема набора кадров у всех есть, но у нас как бы вопрос идет уже об таком узком специалисте, там, об узкой должности, там, какого-то IT, там, какого-то там, или там менеджера на маркетплейсе. То есть мы пытаемся вот в этой нише искать, а так персонал стараемся мы у себя расти весь персонал. То есть если человек, допустим, умеет управлять, условно говоря, там, компьютером, понимает язык цифр, мы его переводим на бухгалтерию. У нас есть девочка, которая начинала с зала, потом кассир, старший кассир, сейчас она у нас работает финансовый директор. То есть у нас много таких примеров, которые приходили вообще в зал и начинали там, заканчивали там вплоть до... Впитали культуру, а дальше начали развивать. А мы развиваем свой персонал, мы считаем, что все равно он должен развиваться внутри нас. Потому что мы видим его значимость, он понимает суть компании, что куда мы идем. То есть, да, как бы. А так, да, мы тоже как бы вся Россия, там, в узких специалистах всегда нуждаемся. Ну, по крайней мере, если не получается найти одного специалиста, мы делим на 3-4. Спасибо Генри Форду. Мы делим там и пытаемся таким образом закрыть потребности в этом специалисте. Здесь же рядом с персоналом так или иначе возникает слово «сервис». Вот в последнее время уже начинает строиться дискуссия, насколько необходимо давать столько много сервиса. Все-таки за последние там, 20-30 лет в нашей стране появилось действительно очень много сервисных магазинов, которые, ну и вообще как бы вот там рестораны и прочее. Очень многие, кто все-таки приезжает в страну, удивляются, то есть для них является нонсенсом настолько, там, сколько сервиса есть. Понятно, что это вот где-то больше, где-то меньше. Вот скажите все-таки, ваше мнение по поводу того, сколько должно быть сервиса в сервисном магазине? Есть ли такая история про избыточность? Не перекормили ли мы покупателям фразы «покупатель всегда прав»? Вот какой у вас взгляд на эту тему? На самом деле здесь как бы такого нету прям однозначного ответа. Объясню почему. Ну, все понимаем, да, покупатель есть разный. Не будем опадаться на психотипах. Девочки обучены, персонал обучен, там просто каждому типу там свой подход, да, условно говоря, так. Да, не давать излишний сервис. То есть человек, когда чувствует излишний сервис, да, это термин, который уже варьирует уже в кругах, излишний сервис там не всегда всем нужен. То есть продукт. Человек, который выбирает свой продукт, он иногда иной раз узнает, что он хочет, то есть он целенаправленно идет. То есть здесь только может там, какое-то негативное такое впечатление о персонале, о магазине дать. Mm-hmm.
А есть человек, который, как бы, условно говоря, там пришел мужчина выбрать что-то там, допустим, ему нужно в связи с переездом, да, здесь нужно дать не сервис, а скорее, наверное, презентацию и выявить УТП, да, там, что ему там, какая потребность у него. И здесь надо научить персонал, кому надо рассказывать, кому надо показывать, кому надо просто стоять рядом, помогать ему там складывать вещи в корзину, там, в тележку. То есть здесь вот такая. То есть прямого такого жесткого ответа нету, там много хорошо, но я считаю, что все нужно в меру. То есть человек не должен навязчивый сервис видеть. То есть да, показали взглядом, что мы рядом. То есть не подходить человеку, не давить на него. Если он нужен, как бы обычно покупатель зовет сам, просит там помочь. Да и меня самой как бы начинает напрягать, там, вам подсказать, вам там для себя, для друга, там, ну, стандартные фразы, которые слышишь сам в магазинах, ну, ты понимаешь, там персонал. Да, я понимаю, что он там, его обучили, как бы, на стандарт. Да. И ты понимаешь, у меня есть ответ ему. Ну, и как бы не хочу персонал, там, как бы, его работы, там, потому что он, может, там первый месяц работает. Ну, а старые, которые уже, персонал, который работает, они уже по взгляду понимают, нужна ли помощь, нет, то есть, как бы, им уже полегче бывает. Про сервис чуть поговорили, технологии без этого никуда. Вообще, как бы, ритейл без технологий, это, ну, скажем, особенно современный ритейл без технологий, уже мы не можем представить. Я бы хотела, чтобы вы там подсветили, как сейчас у вас обстоят истории, как бы, темы про внедрение каких-то там, не знаю, не увидела вас касса самообслуживания, расскажите, как у вас к этому отношение, да? Что у вас с автоматизацией, какими сервисами вы берете, не знаю, помесячно, не помесячно, ну, какие-то такие вот моменты, вот просто ваш взгляд, как человека, который регулярно думает, что там, не знаю, оставить у себя портфели или там внедрять, не внедрять. Поделитесь, пожалуйста. Ну, мы не пользуемся кассами самообслуживания, как бы здесь товар обусловлен, его нужно запаковать, потому что, в принципе, весь товар, он требует упаковки, то есть текстиль, там, допустим, посуда, как бы у нас есть возможность физическая и в плане IT поставить, то есть мы посмотрели, подумали, то есть нет прям необходимости. И, как вы сказали, магазин сервисный, потому что немножко другая здесь история. Да. А по поводу IT, у нас программа учета у нас классическая 1С там, для бухгалтерии и для управленческих УТ, ну, сама бухгалтерия. А на кассах розница там стоит от Раруса, потому что она позволяла продавать. У нас есть обрезная клеенка на стол. То есть, ну, то есть такой вот мелкий момент, который мелкий, очень важен. Да, мелкая деталь, которой на тот момент у розницы не было. Тот момент, когда мы заходили в бизнес, был 2.0. Или, да, 2.0, сейчас уже, по-моему, уже третья версия, если не ошибаюсь. И мы заходили с розницы Раросовской. По поводу штатной рассылки 1С мы им не пользовались. В тот момент она не была готова. Мы рассылку делали через сторонних, ну, как бы через 1С, но через сторонние программы. Потом они же 1С само там сделала. Карта лояльности на стандартное решение. Уведомление покупателя идет у нас, мы ушли от СМС, потому что всего того, что там ценник очень дорогой, как бы, ребята, это очень дорого, 5 рублей за СМС, это просто дорого, и мы ушли. Я думаю, многие потеряют. Мы ушли на WhatsApp, в принципе, 80% доставка есть сообщения, ушли через WhatsApp. Ценник не буду озвучивать, но это очень такой смешной ценник. Мы уходим от пластиковой карты, уходим электронные. То есть здесь помимо того, что экономия денег обусловлена то, что мы из-за экологии, то есть мы не хотим пластик, мы уходим от пакетов полиэтиленов в бумажные пакеты, дорого, тем более у нас пакет бесплатный. Ну, в плане IT, у нас очень много разных своих крутых разработок, даже уникальных, которых ни у кого нету, мы покажем вам. То есть то, что я не видел ни у кого, только который у нас есть в наших двух-трех проектах, это наценка на товар по критериям поставщика, по критериям QIN-ности, по критериям новизны. То есть многоступенчатая наценка на товар, который позволяет, скажем так, отдать адекватную наценку на товар. То есть если мы понимаем, что товар QIN-ный, понимаем товар, что поставщика знает все, ценник нулевой.
То есть программа сама подсказывает закупщику, что товар нулевой наценка. Ну, соответственно, на чем можно зарабатывать, тоже подсказывает. Ну, это то, что фишка наша, которых я еще ни у кого не видел. Ну, я думаю, скоро все появится. Так. Ну, то есть для вас крайне важно все-таки заниматься такими вот уникальными вещами, которые позволяют в итоге зарабатывать. Да, абсолютно. Мы же тоже как бы понимаем, что обусловлено тем, что мы не можем на всем зарабатывать. У нас нет такой единой наценки на всех, как у наших там плюс 10, да, условно говоря. У нас там такая градация по товарам, многоступенчатая наценка идет. И все равно сегментация идет по наценке товаров тоже. Уже вот завершая наш разговор, вот куда вы дальше смотрите с точки зрения именно развития данного магазина? Мы еще, естественно, посмотрим, и у нас еще будет возможность вам увидеть именно видеорепортаж, потому что прогуляемся, естественно, по магазину. Вот, но первое, куда вы видите развитие данного магазина? И какие тренды вы сейчас предвосхищаете в части именно такого ассортимента, под что вам приходится там что-то переделывать? Можете ли вы поделиться вот именно трендами и вот, соответственно, куда вам придется для этого там изменять ваш магазин? Ну, давайте немножко сделаем сторонку. Вот, допустим, сейчас все понимают, что основная история сейчас в продуктах – это ультрафреш. Угу. То, что нужно прям сразу, что-то сейчас. Что-то похожее на ультрафреш есть и в нашем DIY-сегменте. Это вот мы сейчас начали заниматься мебелью. То есть человек хочет цвет обивки, хочет цвет стула другой. А ни один маркетплейс, ни один интернет-магазин, ни один физический магазин не сможет такое количество товаров у себя выставить, потому что вариация на одного стула около 2000. То есть материал, каркас, цвет, шов. То есть, и мы говорим, ребята, о, мы делаем, подберите, мы вам закажем, там, мы вам привезем. То есть мы уходим в эту историю, потому что мы понимаем, что человек хочет как-то некое уникальное. Начали заниматься предзаказами, потому что невозможно, то есть как бороться с этими нашими площадками, которых мы тоже есть. То есть тоже таким же оружием, как и у них. Ну, не бороться, скажем так, как бы эта борьба не совсем правильно. Помогать нам друг другу, да, допустим, мы не берем, не всегда держим физический вес товара, потому что нашего условного партнера или производителя там 20 тысяч SKU. Мы держим образцы, человек говорит, вот эта тарелка мне нужна 8 штук. Ну, соответственно, благо логистика позволяет сейчас там в течение нескольких дней привезти товар до покупателя. То есть так. В этом случае ценник ниже, то есть мы экономим средства и свои, у покупателя и, соответственно, поставщика. То есть товар на складе, ценник ниже. Шамиль, и уже вот финальный вопрос. Как вы видите дальнейшее развитие себя как предпринимателя, магазина? Вот некое будущее покажите и себе, и коллегам по цеху, и, соответственно, вашему персоналу. Ну, мы понимаем, что вот, назвали Аскону, на самом деле лидеры рынка, то есть там как бы они задают тренд, мы это понимаем, мы как бы параллельно с ним двигаемся. Честно говоря, для меня было открытие, что они туда двинулись, но мы обратно двинулись. А причина тут все банальная, то есть человек хочет получить комплексные услуги в одном месте. То есть он понимает, ему нужно обустроить дом, поменять какую-то там ситуацию у себя дома, там, сменить мебель, он хочет сделать в одном месте, не бегая. То есть ценность времени возросла. Появились гаджеты, появились новые скоростя. И на самом деле на первом месте у людей стало там быстро, сразу, то, чтобы это было и там адекватно, да, там, то есть какое-то комплексное там дизайнерское решение, которое надо сразу поменять. Там зашел к нам, пришел посуду, там, мебель, все поменял, поставил, там, либо просто купил новую. И вот туда же мы двигаемся. Что наши основные, куда мы видим двигаться, это STM, потому что мы понимаем, что нужно нашему покупателю. То есть мы уже ближе его поняли, то есть это не разрез наших партнеров, то есть как бы мы не собираемся кого двигать, мы внутри симбиоз с нашими партнерами. То есть ремарку сделаем, на самом деле Бербена тоже, три Бербена тоже бренды, которые крутые бренды, там, просто крутые бренды, мы как бы гордимся, что они у нас, то есть мы как бы благодаря ним тоже Бербена там как бы узнаваем, становится брендом. STM хотим развивать свой, именно заточено под качество, и чтобы покупатель понимал, что этот товар этих денег стоит.
Кстати, по поводу СТМ, даже да, пропустила этот вопрос. А сколько СТМ у вас, сколько у вас сейчас наименований СТМ? Сколько СКЮ? Ну, на самом деле мы такой зашли в три линейки. Зашли в текстиль, полотенца, зашли в постельное белье, зашли в одежду, немножко попробовали себя, зашли в ароматы и зашли в свечи. Ну, попытка зайти в посуду. Но вот основная ниша в этой истории будет. То есть сейчас будет подушка, когда мы с нашим партнером общаемся. То есть порядок? Хранение. Порядок, да. Ну, 40, 50, 100 SKU. Ну, первый вот этот год планируем где-то 50-60 SKU, и потом до 1200. То есть у нас цифра 1000 SKU стоит своих. Ну, это будет прям топ-топ. Ну, это амбициозная задача. Это же, блин, ну это же реально надо перестраивать в том числе и команду, которая будет нести эту экспертизу в людей, ведь и контролировать партнеров. Да, ну на самом деле, как бы здесь, когда ты знаешь, что продается, тебе легче вот там. У нас есть, по сути, тех задания любому поставщику, там, производителю, там, который производит. То есть мы все понимаем, не каждый, блин, сам является производителем, у нас тоже такой же поставщик для нас. То есть, и, соответственно, у нас основная цель идет, чтобы ценник был адекватный. То есть мы видим, цена перегрета. Перегрета в силу бренда, да, такой афоризм интересный. А перегрета всего там ситуация на рынке. То есть мы здесь на стороне покупателя. Так вот, ценник его такой. Нам нравится подход IKEA, который производит, дает адекватный ценник. То есть мы туда как бы хотим двинуться. Ну, соответственно, она обуславливает и формат небольших магазинчиков шоппинг-шоп, там в других там локациях. Мы в эту сторону тоже смотрим, потому что хорошего продукта должно быть много, и он должен быть более доступным, потому что качество нельзя через экран передать. Он должен быть его на пощупать, потрогать. Ну, как бы мы хотим физически показать наш товар в небольших таких на полках в других магазинах, в шоппинг-шопах, там какие-то корнеры. То есть туда тоже, как бы думаем. Франшиз. По франшизе там, как бы, так стоит вопросительный знак, потому что такая чуть тяжелая история, но как бы для нас это тоже вызов, да, мы на нее рассматриваем, но как бы не в этот год, это точно, ну, на четвертый год. Он у нас стоял на карандаше, у нас и команда этим занималась, но мы на паузу нажали, потому что у нас изменения вокруг нас происходят быстрее, чем мы перестраиваемся сами. Шамиль, большое спасибо. Очень такое содержательное интервью получилось. И интересные идеи всегда, когда я встречаюсь с коллегами по цеху, очень нравится, как же именно вот идут рассуждения у владельцев, когда они вот ведут этот бизнес. Действительно, мы же понимаем, что вокруг действительно изменений много, особенно в нашей стране. Вот. Но умение вот действовать гибко, быстро, в некоторых случаях вовремя притормозить, остановить развитие в том случае, если оно явно не идет, пересобрать стратегию, но это действительно важная такая, знаете, опция для бизнесмена. Вот. Спасибо за интервью. Еще, коллеги, мы, конечно, посмотрим магазин. И посмотрите, пожалуйста, то видео, которое мы именно в рамках экскурсии по магазину уже создали. Вот. А на этом еще раз спасибо. Вам спасибо. Было приятно слышать экспертов номер один в России. Ритейл.ру. И, соответственно, мы будем еще дальше вас рады видеть. И, как бы, для нас ценно, что все равно мы обратили внимание на регионы, как бы могли поделиться нашим болью, услышать вашу какую-то экспертную оценку. Спасибо большое. Ну что ж, экспедиция Ритейл продолжает свою работу. И сегодня, да, мы посмотрели такой магазин. Я призываю регулярно читайте те материалы, которые мы создаем по итогам таких поездок. Делитесь той информацией, которую вы считаете важным, чтобы я узнала, для того, чтобы в следующий раз побывала уже в вашем городе, посмотрела ваш бизнес. И рада, что вы остаетесь с нами. Всего доброго. До свидания.